такая Лада Макроусова? Нет, мы даже кандидат так в мэры? Нет, что бы хотели пожелать? Победы! Это кандидат в мэры Саратова. Да, ну дай бог, пусть идет. Что бы хотели ей пожелать? Да пожелать хочу, пусть проходит, пусть за нее голосует. Но ее, как личный человек, не знаю, не могу ничего сказать. Это такая Лада Макроусова. Нет. Кандидат в мэры. Одна из. Не слышали такой? Нет. Ну а если даже не слышали, что бы пожелали будущему мэру, чего хотите увидеть, каких изменений в городе, на улицах, в жизни? Ну как? Чтобы было... Пенсия, чтобы побольше была. Не пенсия, а чтобы город был лучше. Город был лучше. Ну тут да. Все надо чтобы, для всех. Чтобы автобусы ходили это по расписанию. Вот. Что еще может быть? Ну и чтобы все было красиво. Слышали вы, кто такая Лада Макроусова? Нет. Это кандидат на пост мэра. Хорошо. Что бы могли пожелать? Какие изменения, может быть, чего-то не хватает в Саратове? Что не сделал предыдущий мэр? Чего-то не хватает? Что туда делать? Да не знаю. В Ленинском районе поменять дороги разве что. И тротуары в некоторых дворах. Как ни странно, ты бывшая глава Ленинского района. Так что я надеюсь, у нее все получится. Знаете ли вы, кто такая Лада Макроусова? Слышали ли? Нет. Это кандидат в мэры. Вот что бы хотели пожелать этому человеку в дальнейшем? Какое, может быть, напутствие? Чего ждете, в общем-то, от нового мэра? Сейчас... Ну, пожелать всего самого лучшего, что только можно пожелать, собственно говоря. Удачи. Изменения не знаю, честно. Какие можно еще тут добавить. Чего не хватает в городе, не знаю, чего не доделал предыдущий мэр, чего ждете от нового? Я как-то не особо за этим слежу, поэтому, то есть, ну, если что-то добавится, будет хорошо. Лада, знакомое имя. Не слышно, она ведь была главой администрации вашего района. Сейчас вот один из кандидатов на пост мэра. Да, но желаю ей удачи. Вот мы как раз хотели спросить, чего вы хотели пожелать, может быть, какое-то напутствие? Чего не хватает в Саратове, может быть, что-то надо исправить? Ну, городской транспорт наладить, потому что после 8 трудно уже уехать куда-то. Кто такая Лада Макроусова? Не знаю. Была глава администрации вашего района. Здравствуйте! Слышали ли вы, кто такая Лада Макроусова? Нет. Была глава администрации вашей. Не слышали? Нет. Знает ли в Саратове, кто такая Лада Макроусова? Не слышали такой фамилии? Это ведь глава администрации Ленинского района была, сейчас кандидат на пост мэра. Что бы хотели пожелать вот будущему, возможно, мэру, чего не хватает в Саратове, что не доделал предыдущий мэр? А кто был у вас? Был Михаил Исаев, сейчас он спикером облдумы. Вот одна из кандидатов сейчас Лада Макроусова. Что-то может быть ей как напутствие от жителей Саратова. Хотелось бы сказать? Удачи. Нет, ребят. Лада Макроусова, знаете, кто такая? Нет. Знает ли в Саратове, кто такая Лада Макроусова? Нет. Бывшая глава администрации Ленинского района. Ну, я не обращалась пока к ней ни разу. Надобности сейчас не было. Кандидат на пост мэра Саратова. Ну, будем голосовать. Ну, ее утверждает городская дума, на самом деле, вообще кандидатуру из списка. Что бы хотелось пожелать? Вот, чего не хватает в Саратове, может быть, что-то ей, как напутственное слово, за что взяться, что сделать? Ой, у меня единственная проблема, единственное желание, я живу в поселке Дачном, чтобы навели порядок. Там такое безобразие у нас там в поселке творится. Дорогу в прошлом году сделали, сегодня она уже вся поломалась. Так что... Пусть обратит на нас внимание, на наш поселок. Знает ли кто такая Лада Макроусова? Слышали ли такое имя фамилию? Глава администрации вашей бывшей. С ума сойти. Никогда. Сейчас кандидат в мэры. Большом кораблю большое плавание. Хорошо, знает ли в Саратове Ладу Макроусову? Кто такая? Знаем, вот она здесь была. А сейчас она кандидат в мэры. Что бы хотели пожелать ей? Чтобы Саратов процветал. Дороги, жизнь, все, чтобы было нормально. Кто такая Лада Макроусова? Нет. Это была глава администрации района, сейчас кандидат в мэры. И? Что бы хотели пожелать им? Пошли они все. Кандидаты это пошли.